Если толщина льда на домашних водоемах не внушает доверия, что нужно сделать? Правильно, поехать на рыбалку туда, где, во-первых, безопасный лед, а во-вторых, неплохо клюет, по словам местных рыбаков. Именно из этих соображений наша съемочная группа и отправилась в Полоцкий район Витебской области Беларуси. Кстати, Полоцк – самый древний город страны. Впервые упоминается в летописях в 862 году, и расположен он по обоим берегам Западной Двины – красивейшей реки, протекающей по территориям трех стран – России, Беларуси и Литвы. В Полоцком районе много водоемов для ловли. Рыбалкой тут занимаются с раннего детства, и не только мужчины. С каждым годом появляется все больше девушек с удочкой в руках, которые могут дать фору даже самым опытным рыболовам. Сегодня у меня именно такая компания. Алена, Вадим и Александр готовы поделиться секретами своего домашнего водоема «Озеро Яново». Спасибо, что пригласили на домашний водоем свой. Рассказывай про него. Ну, это озеро Яново, находится в Витебской области. Ну, достаточно большое, ну, по нашим меркам средний водоем. Как часто вы здесь ловите? Ну, достаточно часто, потому что это рядышком с нашим городом находится, поэтому... Достаточно часто. Что здесь ловится? Ловим мы здесь, пытаемся ловить леща. Ну, на сегодняшний день вот как бы в виде пока подлещик. Ну, вы рано приехали утром. Рано мы приехали. Мы вчера приехали, закормили лунки. Сегодня приехали, еще не кормили, попробуем ловить, потому что лещ может подойти на в любой корм. Момент. Да. Чем кормили? Кормили мы бузой и мотылем. Удочки обыкновенные у нас. 0,10 лесочка, мормышечка, все очень просто, как бы. Подсаживаем мотыля, выставляемся ближе практически на дно, и вот как бы ничего сложного ловим. И клюет. И клюет, да. Вот. Оп! Лен. Она удивительная и веселая девушка. Любовь к рыбалке ей привил отец. С раннего детства она с азартом постигала азы этого увлекательного хобби. За много лет попробовала разные виды ловли. Были и радость, и разочарование. Тяга к природе, положительным эмоциям и душевному спокойствию сделали из нее настоящего рыбака. Но больше всего ее увлек спиннинг. Ведь огромные двинские хищники никого не могут оставить равнодушным. Сейчас с рыбой у нас погода, во-первых, это второй лед стал. Как бы раньше, ну, если, допустим, по первому льду здесь очень хорошо ловится. Подлещик здесь клюет, подлещик. То есть мы сегодня ориентируемся на подлещика и ставим перед собой задачу поймать леща? Да. Леща, конечно, поймать хотелось, но эту рыбу заснять на камеру в нашем проекте получилось всего один раз. И тоже зимой. Программа «Получи леща» снимается в Беларуси с 2014 года. За это время ведущая и съемочная группа успели проверить на клев десятки водоемов, посетили множество соревнований и фестивалей. Этот проект уже своего рода бренд для страны. Получить леща, желательно не одного, на озере Яново мы были настроены решительно. Хотя и активно клюющий подлещик радовал. По правилам рыболовства в Беларуси можно ловить на 5 крючков, а при наличии рыболовного билета – то на 10. Но Алена ловила только на 3 лунках. Что если активно начинают клевать подлещик, то просто это не справится с 5 лунками. Озеро Яново входит в Ушачскую группу озер. Его площадь 7,7 квадратных километров, длина 6,5 километров, а длина береговой линии 25 километров. Глубины тут тоже серьезные – до 13 метров. Удобное расположение, хорошие подъезды к берегу, ну и, конечно, рыба привлекают сюда сотни рыболовов. Хотя мы на озере не увидели большого скопления людей. В выходной день обычно картина иная. Вчера было больше рыболовов.
просто у нас рыболовная группа есть, и закидывали отчеты, что озеро Паулия, у нас есть такое тоже рядышком, и там очень-очень активно подлещик проклевывается. И теперь все там. Все там, да. Ну, это и хорошо. Ну, нам спокойнее, возможно, лещ придет все-таки к нам сюда. Крупный лещ не клевал, зато активно ловился подлещик и ёж. Многие рыболовы считают эту колюче-сопливую рыбу предвестником клёва леща. Кстати, ёж еще и очень вкусная рыба. Поклёвок становилось все меньше и меньше. Поэтому решили докормить лунки. Вот только не стоило Вадиму лениться выматывать удочки. Как мы с Аленой и предупреждали, снасти запутались и пришлось переоснащаться. А раз уж так вышло, решили поэкспериментировать и поставили другую мормышку. Здесь вообще на озере Яново больше мормышечка черная работает всегда. Ну, вполне возможно, что попробуем и эту. Дальше докормом занималась уже сама Алена. Ну и, конечно, производила его по всем правилам, вымотав снасти. Что интересно, в качестве прикормки ребята используют бузу, остатки мотыля и травы. Здесь у нас буза, очень много мотыля. Буза очень хорошая сейчас у нас. Ложим в кормушечку. На дно мы опускали, когда на ночь закармливались. На дно опускали. Сейчас будем выше, чуть приподнимем, где-то примерно на метр от дна. Мистика какая-то, но с докормом лунок не сложилось и у Алены. Мы лишились кормушечки только что, поэтому она там останется жить. Есть еще одна? Есть. Саша убьет. Новая кормушка исправила ситуацию, и подлещику все понравилось. Вернулись активные поклевки, только успевай подсекать. Хотя у Александра, который ловил в отдалении от нас, и без докорма все получалось. И пока мы разговаривали, снимались и перевязывались, он успел наловить много рыбы. Даете? Конечно. Это у вас активно клюет. Отпустили, да? Да. Ничего страшного. Будем менять мотыля? Нет. Подлещик мелкий. Оп. Давно кормите лунку? Позавчера стал кормить. Только так? То есть нельзя прийти и поймать что-то можно, стоящее? Почему? Если, ну, это озеро такое, что тут он подходит довольно-таки быстро, что долго кормиться не надо. Первый день мы приехали, закормился с утра, и через пару часов он стал клевать уже. Что по лещам? По лещам, ну, как сказать, проклевывает, но не сказать, чтобы там... Ждем, но вот, когда вот долго кормишь, там одного, двух, трех вот, можно поймать. Вот раньше было получше. И что было раньше, расскажите? Ну, раньше, когда было мало этой бузы, вот, которую мы кормим сейчас, тогда было проще. А сейчас тут у всех, у всех она, да, и над слоем на озере лежит. Это, надо сказать, вот как мы сидим здесь, чистый пятак, вот, чтобы особого вот, кого не было. И тогда его можно собрать. Собирает леща полоцкий рыболов уже больше 20 лет. Если не нужно на работу, то обязательно выезжает на рыбалку. Стараюсь на 3 дня на цепном поехать, а 3 дня на одних лунках плавить. Ну а потом уже по погоде смотрю, или на старые приеду, там, ну после работы, там как получится, что. А так стараюсь на одних кормиться и ловить. 3 дня у меня так. Интересный момент. Алена, Саша и Вадим ловят удочками, которых уже нет в продаже. Но их все устраивает. И на современные балалайки ребята переходить не собираются. Кивки эти тоже делаю сам. Да, ну, привык этими в руке держать нормально. Блин, ну, не знаю, к чему привык, от того переходить на что-то другое пока что не хочется. Кивки Александр делает из обычных пластиковых бутылок. Ну, как делает? Один раз сделал, а теперь использует много лет на своих рыбалках. Ваши любимые озера? Оп,
Это? По зиме только это. Что-то там у нас? Маленькое что-то. Что-то маленькое? Ну, подлинчик, но маленький. Но он уже хорошо собрался, активно клюет, да? Да, уже он тут есть. А мормышка какая у вас? Мормышка свинцовочка красная. Красненькая, да? Активный подлещик постоянно вклинивался в нашу беседу поклевками. Теперь понятно, почему Алена предпочитает ловить только на трех лунках. С пятью при активном клеве действительно не так просто справиться. Алена горячо, она будет лучше работать. Ну, у меня серая, черная, красная. Расставлены, смотрите по этому, да? А, ну как правильно сказать? Я знаю, что на них клюет, так я и экспериментирую. Улов Александра впечатлял, поэтому я, недолго думая, решила пристроиться поближе к прикормленному месту. И результат не заставил себя долго ждать. Ничего такого. Волшебное у вас тут место. Привычки отпускать рыбу у местных нет. Их деды приносили улов домой, а потом готовили. Вот и они поступают так же. Но так как подлещик не является в еде моим фаворитом, уж больно много костей, свою рыбу я отпустила. Неплохие подлещики клевали и у Алены. А вот лещ так и не шел на прикормленные точки. И мы с Вадимом решили пробежаться по лункам с блесной. А вдруг повезет с хищником? Блеснить решили скорее для развлечения, чем для результата, потому как отходить далеко от лагеря не хотелось, а в шаговой доступности уловистых мест по хищнику не наблюдалось. А где надо блеснить? На горках. Ну, на горке далековато идти, так что блесним здесь мелкого живцового окуня на завтра. Завтра ребята приглашают на другое озеро, где планируют ловить на жерлицы. Говорят, без улова оттуда никогда не возвращались. Вот и проверим. Ну а сегодня у нас день подлещиков и ершей. Что там у нас? Подлещик. Стабильно клюет подлещик, но лещ не хочет нас радовать. Лещ не хочет, да. Хорошенький, дальше. Ой, я думаю, что ты наловила на хороший ужин для роты солдат. Да, килограмма 4, наверное, будет где-то. Больше? Килограмма 4, с учетом того, что ловила интенсивно только ты одна, все тебе помогали, либо мешали, как я, например. Но это очень неплохой результат за день, да? Да. Но ты стала больше. Да, мы ожидали леща, но лещ отказался сегодня клевать, поэтому... Поэтому так бывает, не расстраиваемся. Нет. И продолжаем ловить рыбу. Да. Продолжить ловить на следующий день ребята решили на другом местном водоеме. Озеро Белое Котлярово относится к числу мелководных озер. Площадь 5,5 квадратных километров, длина водоема чуть больше 3 километров, длина береговой линии 9 километров. Глубины плавно нарастают к центру, максимальная около 6 метров. Озеро находится на территории республиканского ландшафтного заказника «Освейский» и славится большим разнообразием рыбы. Тут водится даже налим. Мы подъехали как раз к вываживанию неплохой щучки. Ни о чем. Серый, повернись. Серый. Ух ты! Какая по счету? Вторая. Красотулечка. Не. Отпустим? Красотулечка. Будем отпускать. Думаете? Да. Ее зовут Наташа. Мы отпускаем. Вот рыболов не против. А может, в другую лунку? Не обязательно. Нет, если не хочешь, не будем. Не надо. Решай. Как хочешь. Хочу. Зачем? Не надо. Пока. Мне не разрешают отпускать рыбу, но я это делаю. Мою приверженность к отпусканию рыбы никто не оценил. Но я была рада, что Сергей, друг Алены и Вадима, мне все-таки разрешил ее выпустить и рассказал о своих трофеях. Окунь 700 грамм, щука 5-200 грамм. Доставки? Флешка.
это все здесь. Это все на этом озере ты был? Да. Ничего себе, поэтому сюда и возвращаешься. Ну, конечно. Это еще приятно. У Алены с Вадимом день тоже оказался уловистым. Словили сегодня по щучке. Вадим споймал две. Такие по 1,5 килограмма примерно. И Сергей вторую сейчас поймал, которую мы отпустили. Которую отпустили, да. Ясно. А белая вообще сегодня не занималась? Нет, мы не занимались, но живца немножко подловили. Угу. Латвичка проклевывается, густерочка. И если до нашего приезда у каждого рыболова были поклевки, то после того, как включили камеру, их больше не наблюдалось. К такой ситуации мы, кстати, уже привыкли, но не любит рыба сниматься. А вот ребята были не готовы смириться с бесклевьем и заставили Алену провести их общий ритуал по выпрашиванию рыбы. Пожалуйста! Три раза! Хватит! Это ловля на нытье называется. Поныть, попросить. Ложитесь, да. Молитесь. Да, да. Помогает? Ну, я не помолилась, они помолились вдвоем. Ну, у них по выстрелу. Потом я на колени, и у меня был выстрел. Ничего себе, да? Какие рабочие методы у людей. Молиться. Пойдем покажем трофеи. Ну, это не трофейная щука у меня. Но зачетная. Зачетная трофейная щука на зимнюю жерлицу у меня 7800. Этот трофей Алена поймала на Западной Двине. А уже после съемок нашей программы эта же река подарила ей новую радость – 11-килограммовую щуку. Такая щучка! Вот такая красавица! Она очень интересного цвета. Да, очень красивая. Перышки очень красивые у нее, и сама расцветка. Ну, кто-то выставит, вот просто раскидает флажки и будет стоять. Мы ставили по рельефу. Тут, получается, свал у нас с горы. Ставим по рельефу, цепляем яму, и крайние флажки стоят на мелкоте уже, на 1,5-2 метрах. Если не откликается, то через какое-то время переставляете? Да, да, ну, час-полтора. То есть ловим щуку, не окуня, флажками. То есть час-полтора флажки стоят, нет, мы начинаем перемещать. Бывает так, что загораются все ставки? Это когда ловишь окуня. Когда 10-й ставишь, а у тебя 8 горит. Ну, это не здесь, и это покуда не клюет. Ждем февраля. Пока ребята ждут февраля, мы подводим итоги наших двухдневных съемок. Рыбалка с Аленой и ее друзьями оказалась активной и результативной. Мы познакомились с двумя новыми водоемами Витебской области и, надеюсь, смогли их немного разгадать. Приятно, когда рыбалки проходят в такой хорошей компании. Уверена, мы еще не раз вернемся на Витебщину и, конечно, обязательно снимем выпуск, а то и несколько, на Западной Двине. Спасибо большое, что пригласили нас на свои домашние водоемы. Все-таки Витебщина славится рыбой, славится водой. И мы опытным путем доказали, что это действительно так. И вам спасибо. Я с удовольствием пригласила вас бы на жереховую рыбалку, так как я очень люблю жереха ловить. Моя самая любимая рыбалка, я рыбачу на Двине. Потому что обычно, когда на больших реках начинаешь рыбачить, затягивает, короче, и потом очень трудно перейти на какое-то озеро, как бы. Поэтому... Там постоянно клюет. Там постоянно клюет, и в большинстве случаев трофейная рыба. Поэтому... Поэтому приезжайте весной. Да. Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что мы выберемся и приедем, и вам покажем. Та-дам!